Вековой юбилей в январе будущего года отметят Чувашский драмтеатр имени Константина Иванова. В честь этого события коллектив театра решил, что побывает с гастролями в районных центрах республики. На этот раз артиста встречали красные читаи. Так называется пьеса Федора Павлова. Именно она, по мнению артистов, номер один в репертуаре. И многие сезоны коллектив открывал именно этим спектаклем. Кстати, в нем задействована вся труппа. Этот спектакль, он просто феноменальный. Классика нашего театра. И его должен посмотреть каждый. Он просто так выстроен. Это просто шедевральный спектакль. И очень хорошо, что именно этот спектакль мы везем по районам. Свадебные, игровые, обрядовые песни звучат в пьесе. Автор опирался на богатый фольклорный материал. И кто только не играл в спектакле за этот век. Наша миссия заключается в том, что мы, именно выезжая в этих клубах, во Дворца культуры, рассказываем об истории нашего театра, о тех артистах, которые работали в нашем театре за эти 100 лет и ныне работают. А работающих ныне мы даже чествуем с выходом на сцену, чтобы знал народ своих земляков, работающих ныне в нашем Чувашском театре. Увидеть пьесу смогут жители всех районных центров нашей республики. Артисты театра приедут в каждый из них. А следующая точка гастролей – село Батырево. Юлия Важенина, Дина Кустова, Расиль Мухаметов, Республика.